Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazon Roleplay. Это копия магазин РП. Здесь снимал мой коллега Тимоха Домино, он погибал этот сервер, грубо говоря, то, что типа, ой, плохая копия и так далее. И вот основатель сервера посмотрел этот видео и заказал у меня рекламу, как Кирилл Тимоха, типа, чтобы он заказал рекламу, чтобы они не обманывали. Кстати, вот мой ник, Кирилл Путбуль. Они сняли того администратора, который выдавал себя за меня. Они изменили название Малёха, видите, Amazon RP. Якобы, типа, это не копия, но на самом деле это копия магазин с бонусом. Бонус 10 миллионов и третий левел. Как бы, как утверждает основатель, он хотел сделать мечту Тимохи Домино, то есть старую домик в деревне, копию Амазинга. Но, блин, честно говоря, не похоже на копию Мазинга, потому что вот заправки тут не было, как бы, ну много чего недочетов раз. Ну ладно, давайте сейчас заведем мопед наш. Я оставлю IP и группу в описании, модпак я не стал скачивать, хотя у них он есть. И там модпак не как мазинговский, там другой модпак, если что. Ну ладно, сейчас суть не в этом. Как бы они учли все, что говорил Тимоха, и как бы исправились. И чё, блять, пиза босс, вход 1 рубль, владелец. Это, наверное, сам владелец поставил себе название. Как бы здесь надо ПДД соблюдать, но я все равно соблюдаю, как бы бизнес здесь, видите, куплены все. Топти какая-то. Я не знаю, есть тут вообще дом себе, смысл есть покупать или нет. Ну, я купил, допустим. Так, прошу вас не нарушать ПДД, за это мы будем наказывать. Давайте добьем онлайн 20+, и я сделаю МП на 10 миллионов. Приятной игры на нашем сервере Amazon RP. Интересно, интересно. Как бы уже ошибки они не пишут, видите, они учли все-таки то, что я не хочу сказать, что этот сервер как бы крутой и так далее, но они учли все подъебы и... Ну, все подъебы, короче, и то, что говорил Тимоха, то, что, как бы, ну, что они не безработные, то, что используют мой ник, то, что там еще что-то, ну, короче, можете видос у него на канале посмотреть. Хотя вот шахта, та же самая, ну, интересно, давайте посмотрим. Кстати, шахта та же самая именно та же самая. Это прикольненько. Ну, если они решили сделать копию Мазинг, но, ну, плохая эта копия. Ни у кого нету мода Амазинга, ни у кого это нету. Это мод, переведенный сам по на КРМП, и все. Ни у кого нету мода Амазинга. Конечно, они могут постараться, но я думаю, у них на это уйдет много времени, чтобы довести до серии до идеала, чтобы это была именно копия-копия. Но я думаю, это очень трудно реализовать. Но задумка у них, в принципе, неплохая. Неплохая задумочка, но... Для вашей же безопасности я вам советую не писать свои настоящие пароли от Амазинга, от настоящего Амазинга, не пишите свои пароли. Чё ты, блядь, делаешь, нахуй? ID1 мешает кататься на монстре. А монстре не соблюдает правила. Сейчас посмотрим, как он отреагирует, администрация как отреагирует на мой репорт. Мне реально интересно, как они отреагируют на мой репорт. Мне кажется, никак, в принципе, но... Посмотрим, это сервис с бонусом, но это понятно, что это нуб РП. Как бы, ну, само собой. Конечно, если здесь бонуса не было бы... Это бы якобы, типа, не было бы нуба РП. Якобы, да. Не было бы нуба РП. Но без бонуса здесь, естественно, играть никто не будет. Это понятное дело. Больничка, кстати, я не помню, старая или новая. По-моему, это какая-то новая. Я вам точно сказать не могу, как бы. Я особо не помню. Моды. Ну, давайте посмотрим.
статс. Давайте ММ. Статистика. Имя Кирилл Футбол, уровень 3. Очки опыта. О, мотоцикл. У вас есть категория А. Прав нету. Давайте пробуем сдать на права. Ну блин, то, что они все выдают мне, как бы я бы им об этом не говорил. Спасибо. Ну ладно. Спасибо. Ну ладно, поехали. Конечно, я не просил их это делать, ну ладно, в принципе. Они сами мне рекламу как бы заказали, обзор сервера. Я буду говорить по правде, как все есть. Кстати, ОПГ старая осталась в натуре. Это хорошо. Ну, все равно это не копия-копия, как бы. Это просто подкос под старую деревню, но я бы не сказал, что это копия именно. Амазинга. Дома, естественно, все раскуплены. Вот минус серверов с большим бонусом в том, что все бизнесы, все дома, все раскуплено. И как бы все заходят просто с бонусом, могут купить дом, машину и выйти. Оплатить дом там 3 за день и выйти. И этот дом не слетит, как бы. Вот в чем прикол. Если они даже сделали серию с бонусом, то пусть делают систему, то что, не знаю. Если вы там не ланите в течение 15 дней, чтобы дом слетал, и бизнес. У нас ОПГ находится, и как я вижу. Ведь недочеты есть, дверей нету, как бы, на чекпоинтах. Вот в чем проблема. Ну и что он хочет? Понятно. Ну видите, РП здесь не соблюдают, отыгровки не было как бы. Хотя на магазине не всегда отыгровка есть настоящая. Все же как бы, ну РП соблюдать нужно. Онлайн, кстати, нихера себе. 25 человек онлайн. Неплохо, кстати. Нон РП ган. О, кстати, видите, админы отреагировали на то, что чувак нон РП шел. Нон РП ган. Давайте поедем в Южный, посмотрим, что у нас там находится. Так, я приехал в Горелия, я хочу посмотреть, что-то изменилось или нет. Ну, как бы, ну, идея хорошая, я не спорю, но много недочетов. В принципе, они то исправились, кстати, а то здесь дома есть. Хм. Я не вижу смысла покупать здесь даже что-то. Как бы, ну ладно. Как бы закос неплохой, но до идеала они не доведут его. Ну, кстати, 24 на 7 тоже здесь. Лол. Ну, там многое есть похожее, но где-то процентов 70. Где-то 70% есть похожего. Может, это со мной согласится, но кто помнит старый магазин, тот поймет, что здесь есть похожее. Кстати, насчет аккаунта, да, не вводите свои настоящие пароли просто от Амазинга. Настоящего Мазинга, потому что ну, вас могут взломать. Они утверждают то, что типа основатель там или так далее будут типа взламывать, но как бы если вас взломают, я не хочу, чтобы я потом был виноватый, понимаете? Я не хочу, чтобы была потом в этом моя вина. Кстати, рублевка здесь, кстати, другая. Вот что печально. Если вернули бы рублевку, какая была там, и, кстати, вот такого не было тоже. Ну, видите, как бы, ну, они не пишут здесь, что это копия Мазинга, но много есть чего похожее. Но на самом деле это не копия. Но раньше типа хотели сделать копию. Не знаю, как сейчас, я в принципе не спрашивал. Видите, рублевка здесь, дома еще не расставлены. Как бы сами видите. Ну, не знаю. Просто обычная копия. Типа, и все. Красиво, не спорю. Так, ну, блин, тут садят все равно игроков, как бы, но... Если они хотели сделать копию, у них это не получилось. Если они хотят сделать просто другой сервак, то может у них что-то получится на самом деле. Но так я не знаю.
Тут, ну, нету такого похожего все на Амазинг. Есть похожие места, не спорю, но именно прям такого ничего нету. Ничего нету. Многие будут заходить, путать это с копией Амазинга, но на самом деле это не так. Просто за основу взят, возможно, мод Амазинга, хотя оно так и есть. За основу взят мод Амазинга, но они просто переделывают это все. Они просто переделывают маппинг и так далее. Вот, смотрите, здесь КПП, видите? Но такого КПП не было на Амазинге старом. Ну, видите, это не копия. Это не копия. Ну, тут, да, было 24 на 7, но оно было не такое. Если меня смотрит основатель, но я думаю, смотрит, то не делайте копию. Лучше смените название. Как бы Amazon. Придумайте другое название, как бы, ну это по-дебильному, реально. Если вы уже копию не сделаете стопудово, уже видно, что, вы делаете что-то другое. Так лучше измените название, чтобы оно не было связано с Амазингом. Потому что Amazon, как бы, блин, ну, блять, это любой догадается, как бы. Просто сделайте обычный сервис с бонусами, если вы не ради денег там и так далее. Просто, как бы, сервис с бонусом мне деньги не приносит. Вообще. Вы видите, это не копия Амазинга, это типа копия. Но все далеко не так. Другой маппинг, все другое. Основа, да, Амазинг мод. И то этого мода ни у кого нету, настоящего. Это типа мод Амазинга, но не настоящий. Но думаю, я вам все объяснил, вам все показал. Как бы сервер по чуть-чуть исправился, но копии ему никогда не быть. Это мой вердикт. Такой, лучше измените название, уберите вот эту всю хуйню, связанную с Амазингом, именно вот этот Амазонг, и логотип другой сделайте, поменяйте здесь название, и у вас есть будущее. А так, если вы косите под Амазинг, то у вас ничего не получится. Да, люди играют ради бонуса, но люди могут играть ради бонуса и не за того, что название похоже на Амазинг и типа мод Амазинга. Как бы, ну лучше поменяйте, лучше делайте что-то свое, а не копируйте кого-то. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ссылки я оставлю в описании, IP-группу, кто захочет зайти, в принципе, поиграть. Ну, как бы вы сами видите, ну, нету здесь Амазинга, ничего такого. Это уже другой сервер, это уже другой проект. Так что меняйте название, переделывайте все, чтобы не было похоже на Амазинг. Регистрацию там можете переделать, логотип. Здесь поменяйте все. Ну, на этом у меня все. Всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side.